Я сегодня провожаю семью, семья из Бишкека, которая летит на границу, а я присоединюсь к ним завтра. Они летят сегодня с Карлосом, несмотря на то, что у Карлоса родился сын ночью. Ну, работа прежде всего, и Карлос у нас очень ответственный товарищ. Приехал, уже ждет меня в терминале номер один, это доместик терминал. Итак, ребят, чтобы переместиться из терминала номер два в терминал номер один, мы используем поезд. Он бесплатный. Нужно лишь показать свои билеты. Как раз вот девушке, которая сейчас меня их спросит. Мы в терминале один. Ребята, у нас Карлос буквально ночью стал папой, у него родился сын. Вот так вот у нас Карлос стал папой. Я сделал, кстати, в Инстаграме пост, и там вообще там столько лайков у меня собрало. Все поздравляют Карлоса, многие уже его знают. Мы тоже поздравляем. Спасибо. Карлос теперь у нас главный. Я сейчас передаю ребят Карлосу, и они едут с ним на границу, а я подъеду завтра. Наши билеты. Все, билеты получили, теперь мы идем сдавать багаж. Вот туда. Получилось сколько там? 1800 рублей за 20 килограмм доплата. Sí. Ну все, ребята уходят.